Что у вас опять случилось-то? Ой, Аллочка, выручай. Мы за 5 дней всю смесь ели, и памперсы почти на исходе. Посиди, пожалуйста, с детками, а я быстренько в магазин сбегаю. Ой, вы только быстро. Я с такой толпой детей никогда не сидела. Шш, Аллочка, тише. Я всех деток накормила, спать уложила. Они как минимум час проспят. А вы с Габриэлой тихонечко посидите. А мне в магазин на полчасика хватит. Я туда и обратно. Тихо-тихо, все, я сама тишина. Главное, чтобы никто не проснулся. Хамелка, а ты что не спишь? Я бы на твоем месте тоже уснула. Вон все спят. А я бы на твоем месте не орала так. А ты сейчас их детей перебудешь. Ну, вообще, как-то ты уродски рисуешь. Это еще что здесь за подушечка такая? С совами. Брысь. Давай спать ложись. Рисует она здесь. Так, посмотрим, кто там что пишет. Это еще что такое? Что он орёт-то? Мартин проснулся. Иди покачай его на ручках. Я вообще с такими маленькими детьми ни разу не разбиралась. Что делать-то? Что мы орём-то? Соска что ли выпала? Сейчас будешь орать, сейчас все начнут орать. Мне этого не надо. Ну-ка на соску. Не хочешь? Ты мелкая, что мне делать-то? Возьми его на ручки и на покачай. Ручки взять. Тоже мне. Я вообще на такое не подписывалась. Главное, других не разбуди. Чего орёшь-то? О, боже. Фу, как воняет. Это что за вонь такая? Я ему памперс менять не буду. Надо поменять ему памперс, а то он так и будет плакать. Соску в рот. Давай. И не ори. Ну-ка, бери. Ну-ка, бери. Фу, я сдохну от этой вони. Я не могу. Я сейчас блевану. Хочешь покачать? Может, ты его покачаешь, успокоишь? Нет? Блин, что делать-то? От него воняет. Я не знаю, что делать. Мы сейчас перебудем всех. Если все начнете орать, я сойду с ума. Что делать-то? Фу, ой, какая. Ну-ка, подержи. Что, вот эту надо, да, подушку? Давай сбегай за памперсами, принеси мне памперсы, что там здесь еще надо делать-то, я не понимаю. Давай быстрее, мелочь, не беги, что ли. Сейчас я тебе принесу. Вот салфетки и памперсы. Что здесь снимать-то с него, все что ли? Снимай, я вообще на это не подписываюсь. Я что, говно буду за ними что ли убирать? Носки снять. Может его вообще полностью раздеть? Навалил здесь кучу говна. Фу, воняет, я не могу. Мне сейчас блюду. Фу. Не-не-не, я не смогу, давай сама. Не могу сама, я еще маленькая. Меня точно вырвет, меня сегодня вырвет. Там полностью все в говне, он весь измазался. Я не знаю, что делать. Здесь салфетками точно не поможешь. Надо нести его в ванную и помыть в раковине. Так ванну идти мыть? Вот этого? Такого весь в говне. Он еще и кофту испачкал. Фу, какой засранец. Фу. Я больше с вами сидеть не буду. Это последний раз. Ну и слава богу. Вы еще и срать умеете. Ушла она в магазин, оставила меня. Фу. Ладно, пошли мыться. Я даже не знаю, как тебя взять, чтобы самой в говне не испачкаться. Я точно блевану.
Мелкий засранец. Сейчас меня в говне испачкаешь. Ну-ка. Фу, все в говне. Все в говне. Как тебя засмыть-то? Фу, ну-ка давай ложись. Свой тарать уже, снимай с себя все говняное. Сейчас на мой будешь чистый. Разорался мне здесь. Фу. Давай свою спину. Вот сколько. И спину обосрал. И сколько надо было съесть, чтобы так насрать-то? А? Фу. Вроде хоть вонять перестала. Я не могу. Так, вонять перестала, орать переставай давай. Все, сейчас будешь у нас чистый и довольный. Все, намыл ее. Твоего. Хоть тарать, что ему сделать? Соску надо дать. Разорался. Орет и орет, сейчас всех перебудет мне здесь. Если ты еще кого-то разбудишь, я сойду с ума. Вот, соску соси, все. Так, а ты что сидишь? Ну-ка, быстро принесла, что ему одеть не буду же, я ему опять это все говняно одевать. Все выкинем. Побежала, принесла одежду. Сейчас принесу. Вот, одень это. Не плачь, Мартин, мама скоро придет. А эта противная Аллочка наконец-то уйдет. Потерпи чуть-чуть. Все, спасибо за одежду. Что здесь? Памперс одевать ему опять? Ну да, без памперса ты вообще все обосрём. Фу, вот это денёк. Надо повышать тариф. Как его одевать-то, я не понимаю. Что здесь? Что делать-то? Сначала один памперс. Липучками назад, застегни вперед. Так. О, вроде получается. Так. Когда их уже родители-то заберут? Сколько можно-то? Я с ними, пока они здесь, больше к вам не приду. Все. Я еще один раз не выдержу такого. Я там почти блеванула, можно сказать, в ванной. Сам весь в говне. И меня чуть не испачкал. Что делать, чтобы он обратно-то уснул? А? Мелкая, давай рассказывай. Я с ним здесь тютюкаться не собираюсь. Надо, чтобы он уснул назад. Вот как хорошо все спали, я пришла. Что это такое? Ну это же младенцы. Они еще не могут говорить, что хотят в туалет. Что делать? Надо его покачать и спеть колыбельную. А, пойду в коридор качать. А ты прибери здесь. Баю-баю-баю-бай, спи, малыш, засыпай. Надо-надо-надо спать, надо-надо-надо спать. Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. А чё ты ржёшь, я не поняла? Надо спать? Ну-ка, быстро глаза закрывай. Смеётся он, видите ли. Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Сейчас мамаша твоя придет и мне денежку принесет. Короче, он спать вообще не хочет. Ржет. О, я с ума сойду сегодня. Я точно сойду с ума. Как я хочу уже домой. Или гулять. Лучше гулять. Дома мамка составит белье, стирать и гладить. Хочу домой, хочу гулять,
спим, спим мы, спим, спим мы. Фу, я устал. Не хочу детей. Никогда не будет у меня детей. Я их просто ненавижу. Ладно, пошли с Габриэлой помоляемся. Я чувствую, ты не уснешь. Ой, Мартин, он проснулся и обкакался. Какая незадача. Вот возьми 200 рублей, купишь себе что-нибудь. Но я не знала, что так получится. Это же детки. Все непредсказуемо. А ты молодец, ты справилась. Ты очень хорошая Аллочка. Конечно, спасибо вам за 200 рублей. Но пока они здесь, я к вам больше не приду. Это невозможно. Я не нанималась говно убирать. И меня вырвало там в туалете. Я просто блеванула. Все. Все, тетя Надя. Больше меня не зовите. Спасибо тебе огромное за помощь. Ну, а теперь мы сами справимся. Самое основное я купила, а скоро и Лена с Николаем приедут. До свидания, Аллочка. Извини, что так получилось. Не обижайся уж ты на нас. До свидания. Ой, спасибо, Габриэла, что ты помогла Аллочке. Что ты такой жулик-то, а? Вот что ты наделала? К нам больше няня не придет. Ну ладно, нам еще совсем немножко осталось. Теперь-то мы точно доживем. И памперсы, и смесь я купила. Смотри, что я купила тебе. Как ты просила. Два киндер-сюрприза. Спасибо, мама, за киндер. Давай посмотрим, что там. Ты такая умница у меня, Габриэла. Хорошо, что Аллочка к нам больше не придет. Она не умеет обращаться с детьми. Ну да. Ну, Аллочке-то еще детей нет, она еще не умеет с ними обращаться. И у нее нет ни братьев, ни сестричек. Она же не видела, как надо это делать. Ты молодец, что ты ей рассказала. Здесь какая-то ерунда лежит. Не люблю такие. Пушка какая-то. Какая-то пушка. Разберемся с тобой. Может, в этом что-нибудь нормальное? Как ты думаешь? Надеюсь, что в этом Барби. Это хорошо, что вы еще всех детей не перебудили. А то Аллочка точно убежала. О, здесь попалась Барби. Ура, Барби! На скейте. Классно. Смотри, какая красивая. Хоть здесь тебе повезло. Вот какая красивая Барби. Ну, а шоколад тебе с чайком на десерт. На этом наше видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. И не забывайте приходить к нам в гости снова. Мы вас ждем. Пока-пока.